Авокадо. Вкусный и супер полезный. Правда, съесть за раз масляный плод в одно лицо сложно. Разрезанные половинки мгновенно темнеют. Хорошо, что существуют лайфхаки, которые предотвращают нежелательный эффект. Работают ли они на самом деле? Сейчас узнаем. Нам понадобится оливковое масло, лимон, луковица и косточка от авокадо. Говорят, что косточка экзотического фрукта способна уберечь мякоть от потемнения. Просто оставляем в одной из половинок авокадо круглую косточку. Возможно, оливковое масло поможет сохранить нежно-салатовый цвет авокадо. Срез необходимо равномерно смазать перед тем, как отправить на хранение. Лимонный сок предотвращает окисление. Ломтиком цитруса хорошенько натираем авокадо. И в таком виде со спокойной душой помещаем в холодильник. Репчатый лук вроде бы тоже способен продлить свежесть разрезанного авокадо. Половинку луковицы помещаем в один контейнер с половинкой авокадо и ждем результатов эксперимента. Мякоть половинки авокадо с косточкой действительно прекрасно сохранилась. Не спешите ее выбрасывать. Оливковое масло тоже предотвратило потемнение. Авокадо не потерял свой нежно-салатовый цвет и свежий вид. Лимон справился на отлично, лучше всех. Кажется, что авокадо разрезали только что. Лук тоже работает, но чуть хуже, чем остальные народные средства. Кое-где появились почти незаметные потемнения.